Времени просто не хватит. Ушел из жизни совсем недавно относительно. Замечательный наш единственный поющий генерал. Настоящий имперский русский генерал Виктор Павлович Куценко. Он рисовал и пел, и писал, и сам свои песни исполнял. И одна песня, которая мне нравилась больше всего, я даже уже пел на других концертах. Просто я теперь, ему 72 года было, мне гораздо меньше, но так думаю, что уже теперь вот до той точки дошли, когда песни и судьбы уже общие стали у людей, да? Я в память о нем пою эту песню. Расстаемся снова